В веселой программе для этого цветника песни, танцы и подвижные игры. Такой праздник, посвященный цветам, устроили работники детского сада для своих подопечных. Сегодня у нас было мероприятие развлекательное для детей, праздник цветов. На улице лето, хочется солнышка, радости, цветочков побольше. Вот мы организовали это мероприятие, праздник цветов. Мне бы хотелось очень поблагодарить компанию «Агроцвет», которая предоставила нам такое большое количество цветов для сегодняшнего праздника. Цветы, которые «Агроцвет», они все будут рассажены на территории детского сада. У нас уже посажено большое количество цветов, и нам помогают, привозят еще, и мы их будем рассаживать в ближайшие дни. Несмотря на погодные условия, все прошло ярко и весело. Ребята участвовали в конкурсах, играх, в ходе которых они много узнали о цветах, в том числе и растущих на участке сада. Все игры на празднике были посвящены лету, солнцу и цветам. Воспитатели потрудились и над костюмами, поэтому ромашка стала самым ярким гостем праздника. Эй, ромашки, дайте мне ответ, вы откуда, если не секрет? Не секрет, ответьте, ромашки, нас носило солнышко в ромашке. Умничка! Коллектив детского сада утверждает, что каждому цветку найдется самое лучшее место на клумбе. И несмотря на холодные условия, Центр развития детей «Радуга» станет настоящей страной цветов и будет дарить всем радость. Алина Меньшина, Сергей Чижов. Новости Полевского.